ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики, поддержку промышленных предприятий региона, инвест-контракт СПИК-2.0, обновление троллейбусного парка Чебоксары Новочебоксарска. Это только часть того, что обсудили министр промышленности и торговли правительства России и глава Чувашской республики Олег Николаев. Напомню, вчера Денис Мантуров был в республике с рабочим визитом, в ходе которого был принят ряд принципиальных для жизни региона решений. С сегодняшнего дня мы уже даже начали работу по организации производства кремний органической продукции на площадке «Химпрома», потому что те возможности, которыми обладает «Химпром», позволяют такое производство наладить, а сама продукция на сегодняшний день востребована большим количеством предприятий Российской Федерации, потому что она производится только в нескольких странах, в том числе в Китае. Кроме того, мы с Денисом Валентиновичем наметили направление опытно-конструкторских работ на производственных площадках Чувашской республики, которые должны в ближайшее время быть запущены.